Любовь Полищук ушла из жизни 28 ноября 2006 года в возрасте 57 лет. Актриса не смогла побороть рак позвоночника. Смириться с утратой до сих пор не могут ее многочисленные поклонники. Мать Любови Полищук Ольга Пантелеевна так и не переехала в Москву. Пожилая родственница известной актрисы живет в Омске, в трехкомнатной квартире. Ольга Пантелеевна дала интервью программе «Пусть говорят» и вспомнила о последних днях жизни своей дочери. «Мне она показалась какой-то изможденной. Даже цвет лица изменился, словно желтый стал. А ей говорю: Люба, ты так плохо выглядишь, почему? А она мне: ой, мама, у меня так спина болит. Ты уедешь, я лягу в больницу». Так на всю жизнь и легла. Резали ее, резали, шурупы прикручивали. Вдруг хуже ей стало, отправили в Израиль. А там у нее признали саркому. Когда я приехала, она стриженная была, худющая. Капельница стоит, вливают ей. Лежала, вдруг стала хрипеть, хрипеть. Мы к ней сели, вздохнула и все. Нет, Люба, рассказала Ольга Пантелеевна. Ольга Пантелеевна до сих пор тоскует о дочери. Фото. Кадры с программы «За матерью Любови Полищук» ухаживает Валентина Линд, ее вторая дочь. Родные Валентина находятся в Германии, дочь живет не со мной, в другом городе, а муж умер. Я сейчас на пенсии, вот и помогаю маме, целый год почти живу с ней. Она почти не плачет, со мной веселая. Глаз один недавно ей прооперировали, а вот нога сильно болит, рассказала Линд. Сестра Любови вспоминает актрису веселой и смешливой, она любому могла поднять настроение. По словам мамы Полищук, с ранних лет ее старшая дочь была артистичной, но не выговаривала букву «Р». Любовь Григорьевна поступила в вуз Москвы с первого раза. Родителям пришлось смириться с тем, что дочь будет жить в столице. Валентина Линд. Фото. Кадры с программы. Алексей Макаров, сын Любови Полищук, тоже стал актером. В детстве мальчик несколько лет провел в интернате. Жизнь с супругом Валерием Макаровым у Полищук не сложилась, мужчина сильно пил, хотя сначала произвел на всю семью актрисы хорошее впечатление, он матерился и даже бил ее один раз. Они повоевали и разбежались окончательно, квартиру разделили, вспоминает Ольга Пантелеевна. После разрыва мужчина перестал общаться с сыном Алексеем. Тот попытался встретиться с Валерием спустя много лет, прилетел в Омск, но увидеться с ним так и не смог. Через месяц Алексею сообщили о смерти отца. После развода с Макаровым в жизни Любови Григорьевны был роман с исполнителем цыганских песен Владимиром Климашенко. Ольга Пантелеевна была знакома с тайным мужчиной дочери, но отношения пары не сложились. Лишь во втором браке с Сергеем Цыгалем Любовь Полищук обрела счастье. Они были вместе до самой смерти звезды. Художник был на грани сердечного приступа, когда жена ушла из жизни. Их дочь Мариетта Цыгаль Полищук продолжила дело матери и стала актрисой. Клэс Поуст 632 642 подписчика.